Столичные автоинспекторы разыскивают юного велосипедиста, который 7 мая примерно в 5 часов вечера наехал на женщину и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Коммунистическая напротив дома быта. Неустановленный велосипедист совершил наезд на женщину 1977 года рождения, которая шла по тротуару улицы Коммунистической со стороны улицы Карла Маркса в направлении улицы Первомайской. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила перелом левой плечевой кости и ушиб плечевого сустава. Велосипедист с места ДТП скрылся. По факту наезда полиция проводит административное расследование. Стражи порядка устанавливают личность несовершеннолетнего нарушителя. Всех, кому что-либо известно об этом происшествии, силовики просят сообщить по телефонам, указанным на экране.